Служба безопасности проводит обыски в одесском офисе Яндекс Украина. Следственные действия продолжаются весь день, как сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гетлянская. Обыски проводятся также и в Киеве. Официально на основании статьи 111 Уголовного кодекса «Государственная измена». Отмечу, что ее действие распространяется и на угрозу информационной безопасности страны. В одесском офисе информацию не комментируют, зайти в помещение невозможно. За стеклянной стеной компании находятся некие люди, однако на звонок журналистов в двери они не реагируют. На месте удалось выяснить, что это, скорее всего, силовики, поскольку всех сотрудников офиса якобы отпустили. Отмечу, в пресс-центре Яндекса Украины журналистам Думской ТВ также отказались более подробно комментировать ситуацию. А подскажите, есть ли информация по поводу следственных действий, проводимых в офисе Яндекса? Через пресс-центр. А вы работник Яндекса, да? Не Яндекса. Просто не пускают нас. Известно ли почему? Вот мы пытаемся зайти. На данный момент проводят следственные действия. Но там сотрудники назначены или их выпускают? Нет, их выпустили уже все давно. То есть там сейчас сотрудников уже нет? Нет. Добрый день. Угу. Зато нет. А выйдите,